Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Видео в стиле лайфхак. Полезная информация о том, как побыстрее и правильнее, что самое главное, заполнить личные данные в вашем профиле. Важность заполнения этих данных очень сложно переоценить, потому что на основе вот именно этих данных будет создаваться ваш сайт-визитка, будет работать виджет обратной связи, чтобы люди могли с вами связаться. Ошибок здесь не должно быть. Пожалуйста, обратите внимание на плохо видный, но имеющийся в каждом поле при заполнении контактов серенький вопросительный значок, нажав на который, вы можете получить справку в виде картинок с указателями пошаговую, как правильно заполнить данный контакт. В зависимости от того, чем вы пользуетесь, либо приложением, либо программой, выбирайте нужное вам. И еще одно из полезных, что вам может приходиться, это автозаполнение профиля. В этом браузере вы можете открыть страничку контакта, либо страничку одноклассников в отдельной вкладочке, то заполнить адрес вашей странички можно просто вот нажав на кнопку автозаполнения. И платформа сама откроет вашу страничку и скопирует в нужное поле правильный адрес вашей странички. Если вы хотите убедиться, правильно ли вы заполнили свои контакты, нажмите, пожалуйста, на кнопочку «Перейти», и должен правильно открыться ваш контакт. Вот для Skype открывается вот такое красивое окошко, из которого вы можете прям напрямую написать сообщение, скопировать код и так далее. Для социальных сетей просто осуществляется переход на страничку, и вы можете проверить, правильно ли вы заполнили эти адреса. Вот такое видео. Пожалуйста, заполняйте максимально подробно, максимально полно страничку «Личные данные». Вам это пригодится. После заполнения не забывайте нажимать на кнопочку «Сохранить». Если возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, связывайтесь со мной. Все свои координаты я оставил. И новая информация каждый четверг в 3 часа в офисе для жителей Воронежа либо гостей нашего города. В 3 часа, в 15 часов по Москве, живая встреча. Приходите со своими ноутбуками, с вопросами. Я буду вживую вам помогать быстрее решить какие-то технические трудности. Всем спасибо. До свидания.